Дорогие друзья, гости, участники и организаторы всероссийского онлайн-семинара, посвященного очень важной и очень сложной теме. Теме дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра. Сфера образования была и остается одним из приоритетных направлений государственной политики. И сегодня наши усилия направлены на создание условий для получения всеми без исключения гражданами современного и качественного образования, в том числе и детками, имеющими особенности своего здоровья. Мы считаем, что дети с расстройством аутистического спектра должны обучаться на основании новых методик и новых инструментариев. Каждому ребенку с расстройством аутистического спектра необходимо уникальное обучение. Они нуждаются и в специальной обстановке, и в дополнительных учебных материалах. И очень важно, что нужна особая подготовка и педагогов, которые работают с этими детьми. Благодаря ранней и своевременной коррекционной помощи в сфере дошкольного образования, основанной на специальных методиках и приемах, возможно сделать более быстрый и более эффективный адаптацию ребенка в общество. Адаптацию ребенка с такими отклонениями. В рамках работы семинара вам предстоит обсудить важные актуальные вопросы, посмотреть о достижениях в этой области за рубежом, в мировом пространстве. Убеждена, что на мероприятии будут предложены новые подходы к решению вопросов обеспечения прав обучающихся с такими особенностями, повышение качества и доступности образования для этих детей. Желаю всем участникам успешной плодотворной работы, крепкого здоровья, мира и добра. Ваш уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.